Lamborghini Swarovski. Цена 80 тысяч рублей. О, маленькие человеки. Вот аниматроники прошлого века. На кнопку жмете. С Блейдера и зрители на моем канале, где я рассказываю вам про Beyblade. И сам я, неугомонный Блейдер. Все еще мы находимся в Хемлисе, центральном детском магазине. Ну, уже не в Хемлисе, просто в детском магазине. То есть много всякого интересного. И вот на пятом этаже есть магазин. Называется он, сейчас покажу как. ТМ. Клуб молодежи, магазин, техника. Как-то так. Вот здесь много всякого ретро. То есть мы уже с вами были в музее старом. Вот здесь же просто, ну, то есть на продаже, я так понимаю, какое-то ретро. Ну, не только ретро, разные игрушки от разных фирм. Вот, огромная крутая витрина. Разные микромодельки, куколки всякие. Вон там висячие игрушки. Это только витрина, мы сейчас внутрь зайдем. Мне разрешили поснимать. Да, все хотят посниматься. Так, и там прикольный такой магазинчик. Там куча всякого маленького, зацените. Просто куча мелкашки всякой. Цена, не вижу ценник. А, это не продается, просто год там пишут, но не пишут цену. Ну, видимо, не продаются. Ладно. Так. Бременский лошадь. Вот. Разные модели. Куклы. Сборные всякие разные. Модели самолетов. Человеки. Большой выбор солдатиков. А, вот такие крутые штуки есть. Крутые штуки. И... О, мне нравится... это Lamborghini Swarovski. Цена 80 тысяч рублей. Lamborghini Swarovski. Круто. Здорово. Всего-то 80 тысяч. Много всего. Так, это, видимо, для декора. Да, кто занимается моделированием, наверное, знает, что это такое. Я не занимаюсь, я не знаю, что это. Ну, декора, наверное, фонари всякие разные проводят. Во, маленькие человеки. Кажется, цена, да, 700, 200, 3000 рублей за коров. Набор человечка за 2000. Ну да, просто рай для моделистов. Те, кто занимаются моделями. Прям только, наверное, есть. Если, наверное, скидки по-любому есть. Вот, тут, смотрите, тоже разные человеки. Наборы человек. Он даже какой-то Иисус там есть. Жесть. Так, человеки. Куча всего. Но тоже все снять нереально, потому что очень много всего. Очень много всякого оловянного. О, сверху орки. Орки мне нравятся, орки крутые. Ну, они, наверное, не прокрашены или прокрашены в коробочках, не знаю. Так, что сверху? Это что, LBX? Похоже на LBX. Так. Разные журналы можно купить, дом посмотреть. Машинки. Реклам пива нет на моем канале. Так. Вот эти классные тачки. Маленькие крутые машинки. Так. Куча всякого. Вот такие машинки по 1000 рублей. Нормально. Всего-то. Ну, разные модели. Так, полочка со Звездными войнами. Танки. На минуточку. По 5400. 5400 за танк. А Звездные войны. Это мы уже где-то видели. Книги всякие. Так, там люди, обойду. Пойду здесь. Народу не... Ну, здесь как музей, наверное, больше можно. Разные экспонаты звезды. С другой стороны тоже всякая звезды. Так. Здесь у нас что? Ну, там книги всякие, разные пособия. Это такие наборы звезды, скульпт, орка. Так, еще какие-то сборные модели. Человек, кричащий, помогите. Вот такие наборы чисто без литников, без всего, просто вот для диорам. И цены, ну, по 1200. Варлор? Что, серьезно? Да, Варлор Геймс? Понятно, все понятно. Так. Очень здесь витрины просто блестят, поэтому плохо видно. Ну, я думаю, смысл ясен. Так, как-то так. Ну, тут тоже всякое. Ну, тут коробки, тут смотреть не на что, чисто коробки. Вот здесь красиво, здесь мы сейчас остановимся. Здесь прям такие чисто
Вон, машина. Как же вот это долго машина? Их не продаются. Ну, конечно, тут, наверное, год на все это. А вот здесь поломалось, смотрите. Не продаются самолеты. А я хочу такой самолет, сколько он стоит. Зачем показывать то, что не продается, да? Нету коммерческой жилки. Так. Самолеты не пойду, самолеты не хочу продать. Ну, такие тачки. 11. Мне понравились Сваровские. За 8500. Да. Книги разные. Здесь кареты красивые. Мишки всякие. Куклы. Ну, не знаю, ретро это не ретро, как называть. Вот здесь, наверное, ретро стойка с ретро. Тачки. Алло, Москва. Всякое такое. Металлофоны. 2900. Нормально, кстати, ретро. Что еще? Вон старый Hot Wheels лежат. Пушки всякие разные. 20-й. Так, сейчас мы пропустим людей. Машинки. Оп. Друзья, спасибо. Ой. Тоже есть люди, да. Здесь тоже есть люди. Вот всякое разное такое. Штампы. Набор солдатиков. Какой-то чунга-чунга. Вот такие дела. Вот такие дела. Много всякого разного интересного здесь продается, между прочим. Вот машинка, вот аниматроники прошлого века. На кнопку жмете, она, видимо, будет дергать. Вот. Вот такие, друзья. Такие дела, друзья. Так, здесь еще есть стеллаж. Вот такой вот город. Классный город. Модель, макет. Минивены. Минивены. Старые поезда. И вот кукла сверху, там модели кораблей, самолетов. Какой-то военный. Ну и вот еще раз город покажу. Вот эта часть очень крутая. Все так бликует, такие яркие здесь эти. Чисто протертый стенд. Очень-очень все бликует. Ну ладно. Вот такие солдаты еще есть. Ну и вот корабль. 87 тысяч. Друзья, пишите, что круче, Ламборгини, Сваровский или вот корабль. Вот. Ну и здесь пройду еще, посмотрю. Что есть. Медведы ручной работы. Мишки разные, куколки. Так. А, ну и вот тут какие-то футболисты. Ну все, друзья, спасибо, что смотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите мнение о том, как норм, не норм. Пока-пока.